организации это будет Сережа Матвиенко. Давайте ему тоже поаплодируем. Да я не участвовал и не рвусь. Ребята, всем благ. Итак, последнее приготовление. Мы включаем музыку, я расскажу, что же будет происходить. Сейчас на Антона Шестуна и Сергея Матвиенко наденут шокеры. Это электрошокеры, которые бьют током. Достаточно больно, я не рекомендую вам проверять. Плюс ко всему, актеры сейчас наденут специальную повязку на глаза и не будут ничего видеть. Плюс ко всему, они снимут обувь и останутся босиком и будут ходить по полю, на котором разбросано 150 настоящих мышеловок. Если этот человек... Это был мой тест. Так как шокеры бьют, естественно, не очень громко... Ага, вот... Зарядите ее обратно, вдруг Сережа тут именно... Так как шокеры бьют не очень сильно и не громко, на них установлены специальные датчики, чтобы звук шел к вам. Иногда вы, может быть, его не будете слышать, но он по выражениям лица нашего актера будете догадываться, что их ударило током. За что будут бить током? За то, что они будут говорить какую-то букву. Какую букву не будут знать наши актеры, но будем знать вы. Она будет появляться на этих экранах. Вы покажите любую букву, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, буква В. Например, если актер говорит «Здравствуйте», звучит буква В, и вот тут же бьют током. Кто видит током будет, кого мы сейчас с вами решим? Кто хочет проверить мышеловку? Кто? Есть люди? Давайте я возьму. Просто сверни мне все, кого. Кто? Я думаю... Нет, я не буду кидать, он действительно очень больно бьет. Зачем бы мне это испробовать? Зачем? Ну, руки поднимают, вот их пальцами испробуют. Но я вот думаю, как мне это вам сделать. Слово «сигарета» тебе не нравится, да? Слово «сигарета»? Ну, мы тут-то можем сигарету достать. А есть слово «сигарета», да? Вот у кого, кто впереди будет? Да? У меня Екатерина выходила помогать. Кто будет? Вот, иди сюда. А вот курить. О, давай. Вот так, нажимай. Сильнее нажимай. Вот, а у Сережи пальцы менее прочные, чем сигареты. Я надеюсь, это было видно. Поаплодируйте парням за их смелость. А кто же имеет парней поаплодируйте? Кому их жалко? Они же получают деньги! Не жалейте их, они сами это придумали. Достаточно мужчин должен себя испытывать, таким образом испытывают они себя. А, парни, мы договорились чуть меньше мышеловок, что мы делаем. Ага, не надо. Если бы там был Позов и Попов, то может чуть меньше. Так, кто считает, что я взял не ту мышеловку, и на самом деле они другие по-другому бьют? Ну и сиди там. Кто хочет проверить шокеры? Это долго. Итак, Сереж, сюда. Чего еще такое? А есть кол? Ты вообще не умный, дядь. Сереж, иди сюда. Да ты чего делаешь-то? Слово «и», буква «и» загадана. Сюда. Итак, Арсений и Дима, кто будет бить Сережу, кто... Я Сережу. А почему я хотел Сережу? Я тоже хотел Сережу. Секунду, мы решим это... Давай я могу шокерами, а просто его... Мы решим это просто способом. Рэки, бейли, рэки, пайки, боли, бульга, рэки, шмаки, я расскажу, представляю, спас. А я Антош. Ну ладно, иди туда. А почему? Красная? Итак, Арсений выходит сюда, чтобы видеть буквы, которые будут. Никого не ударил. Смотри, смотрите на себя. Хорошо. А какую нажимать? Красную. А, красную. Ты букву сказал на «и». Все, одевайте. Сила только 100? Кого? Кого? Очки? Да где его возьму сначала? Сейчас возьму. Подожди, а тебя током бьет или тут вибрацию нарисовал? Отвали. Если у вас залипнут эти пультики, вы зеленую кнопку нажмете и все заработает. Ты прекращай! Игры нет! Только игры нет, но чтобы игра пошла правильно, я проверю. А что тут можно прибавить? Не надо чем прибавлять. Итак, давайте придумаем, кто они, где они. Какая это любая ситуация? Поднимайте руку, предлагайте. Молодой человек. Да, вот. Да. Что затопило? Суд затопило. Причем там не Д, а Т.
И чё? Нет, у нас сегодня было много таких обычных ситуаций. Давайте возьмем что-то, ну, такое, знаете, из блокбастеров, из сказок. Какой такой сюжет про рыцарь, может быть. Да, молодой человек. Неудачный эксперимент секрета лаборатории. Прекрасно. Давайте поаплодируем. А вы кто? Кто? Вы? Нет, вы это неудачный эксперимент. Ты. Ты это один профессор. Вы два ученых. Вы два ученых. Я понял. Надевай. Надевай. Он уже ученый. Так. Вы что-то видите? Темноту. А покажи нам, пожалуйста, первую букву, которую нельзя говорить актерам. Мы видим эту букву, не подсказываем. Под наши аплодисменты. Импровизация мышеловки и шокеры. Коллега. Да-да. Да-да. Эй! Наш эксперимент вышел из-под контроля. Так-так. Да! Ты, сука, будешь говорить? Да! Эксперимент. Нет. Получился. Может, посмотрим что-то? Что оно вас укусило? Я иду вас выручать. Идите, выручайте меня. Коллега. Я один раз сказал. Коллега. Отлично, следующая буква. Продолжаем. Давайте, давайте, поддержитесь. Вы где? Я бегу. Бегите. У меня есть проблема. Слушаю. Образцы? Что? Образцы распространились и кусают нас. Образцы распространились и кусают нас, коллега. Образцы. Аккуратно пробраться. Готово. И собрать все в баночки. Я хочу встретиться с вами. И так идите, где мы, коллега? Это я не вам. Я тут. Я тоже тут.